Всем привет, с вами Айка, и сегодня у нас мукбанг с роллами. Мне пришло уведомление на телефон, что в одном из ресторанов недалеко от моего дома есть скидочки 40%, и я решила воспользоваться, потому что скидка была всего один день. Я подумала, надо этим пользоваться и покушать, и снять мукбанг. Мне очень понравилась вот эта вот цветочек или шапочка красивая с запеченными. Давайте попробуем на вкус. Вот мне интересно, если я каждый день буду кушать роллы, мне надоест. Чтобы я просто не мычала, я выбрала один вопрос. Задает его Айлин. Айлин, тебе огромный привет. Привет, Айка. Очень люблю тебя и твои видео. Вот вопросик для следующего видео. Если бы у тебя был шанс переехать в любую другую страну с близкими тебе людьми, какую страну бы ты выбрала? И я ей тут ответила, что отвечу в видео. Если бы этот же вопрос задать, например, мне год назад, я бы сказала нет. Я бы никуда не переехала. Меня все устраивает. Я обожаю свою родину. Где родился, там пригодился. Но сейчас я поменяла свое мнение на этот счет. Возможно, это связано с тем, что очень много людей из моего окружения в последнее время переезжают. Люди, которых я знаю, там что-то ищут, кто-то пытается, у кого-то получается, у кого-то не очень. В последнее время я начала этим интересоваться очень. Если честно, сейчас я считаю, что где хорошо, туда и езжайте жить. Если есть у вас желание, хоть раз в жизни надо попробовать, потому что жизнь у нас одна. Например, мы где-то не были, а всегда мечтали жить там. Надо поехать, пожить, посмотреть, если что, вернуться. Я очень хочу побывать когда-нибудь в Америке. Три моих знакомых за последние 2 месяца получили визу и едут. Мне бы тоже было бы интересно поехать, посмотреть, как у них там все устроено. Конечно, если иметь хорошую работу, стабильный заработок. Меня так устраивает Азербайджан, я ничего плохого не могу сказать. Но жить всегда в сомнениях, а вдруг, а как там? Все равно по-любому, когда-нибудь я должна посетить родину доллара. Обязательно. Америка — это просто для меня мечта. Вот посетить Америку в последнее время для меня это главная мечта. Вчера вечером я сидела и смотрела свои видео. Зашла в комнату моя мама. И мама так с удивлением спросила у меня: «Айка, ты смотришь свои видео, неужели тебе это интересно?» Я маме говорю: «Да, интересно». И
интересно вообще посмотреть на себя со стороны спустя время. Потому что меняются взгляды на жизнь, меняешься ты даже внешне. Я, например, смотрю на свои старые видео, мне так не нравятся там мои старые брови. Ну и сейчас тоже я не в восторге от своих бровей, но старые тоже мне не нравятся. Или супер большие губы, я думаю, блин, как-то перебор. То есть классно посмотреть на себя со стороны. Это всегда прям классно. А еще интереснее смотреть на свои взгляды на жизнь. Они у меня изменились за последнее время. Наверное, это связано также и с войной, которая происходит. И со всеми остальными моментами. Конечно, жизнь в Штатах дорогая. Это понятное дело. Но у них и зарплата раз в 10 больше, чем у нас. Учитывая эти моменты, я как-то наткнулась на видео, как показывали машины там. У нас эта же машина будет стоить в 3 раза дороже. Или техника. Вообще копейки. Косметика. Намного дешевле, прикиньте, помада от NYX Soft Matte Lip Cream. Я там смотрю блогера, она заходит в магазин, и эта помада стоит $5. У нас она стоит 18 манат, это $10. А еще учитывая их зарплаты, да это вообще рай. Рай для бьюти-голика. Поэтому Америка для меня это пока что как мечта, хотя бы просто в жизни. Я должна поехать, отдохнуть там недели две и приехать. Это прям обязательно. Я даже парню говорю, когда мы с тобой поженимся, мы обязательно поедем в Америку и в Казахстан. Ему, прикиньте, неинтересно в Казахстан поехать. А мне интересно. Во-первых, когда Реша-то выехала, она снимала историю. Там у них столько красивых мест. Я уже все присмотрела. Как, куда я поеду, что я должна посетить. Что я должна увидеть. Вот. Посмотрите, какие роллы большие. Прям вау. Тяжело полностью даже в рот засовывать. На всякий случай начала учить английский. Ну, блин, понадобится. Нам с детства отец говорил, учите языки, мы не слушали. Я просто, например, смотрю мультики на английском. По-любому, в любом случае. Даже если я останусь, например, без YouTube, к примеру, я буду вынуждена пойти куда-то работать, английский язык везде обязателен. Ну, на хороших должностях. Поэтому его знать обязательно нужно. Поэтому я даже подумываю над тем, чтобы пойти, возможно, к педагогу. У меня подруга, она учительница английского. И, может быть, буду ходить к ней. Ну, естественно, буду оплачивать ее занятия и все дела.
правда, жена брата, знаю другого педагога, тоже, говорит, очень хорошая. И живет недалеко от нас. Ну, в общем, надо как-то развиваться. Надо к чему-то стремиться. Роллы не только красивые, а реально очень вкусные. Мне кажется, такой сет можно заказать даже на 3 человека. Следующий вопрос. Добрый вечер, Айка. Я обожаю твои мукбанки. Спасибо, что стараешься для нас. А рецепт кофе когда будет во влоге? Рецепт кофе, на самом деле, там все очень просто. Я могу просто вам так сказать или показать во влоге. Что я делаю? Я просто сверху кофе добавляю мороженое. Оно тает и превращается в такую пену. Получается невероятно вкусно. Там просто в горячий кофе добавляете холодное мороженое, и получается нереально просто вкусно. Я даже подумать не могла, что, добавив мороженое в кофе, получается такой эффект и такой прям обалденный вкус. В общем, я в восторге. Обязательно попробуйте. Если хотите, я вам покажу процесс тоже в этом. Во влоге покажу. Стоять. Макаем. Я вот стараюсь, делаю какие-то прически, но на видео их совершенно не видно. Очень жаль. Ведь я старалась. В общем, я поела, наелась. Было очень вкусно. Обалденно вкусно. Кому не сложно, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Также пишите свои вопросы к следующим видео в комментариях. Всех люблю. С вами была Айка.